здание областного суда Никита Белых приехал практически за час до начала заседания. Видно, что чиновник в хорошем настроении. Улыбался журналистам, общался с адвокатами. Сообщил, что хорошо себя чувствует, пообещал поговорить с прессой после заседания. Все вопросы, все комментарии после заседания суда. Напомним, что сегодня должны были рассмотреть апелляцию по делу о злоупотреблении полномочиями. В прошлом году экс-губернатора обвинили по третьей части 285 статьи Уголовного кодекса Российской Федерации. Ему назначили 2,5 года лишения свободы, но срок исковой давности истек. Белых освободили от наказания. Однако в суд поступило несколько апелляционных жалоб. Огласить решение должны были сегодня, но заседание началось с ходатайства гособвинителя. Гособвинитель Кротов находится в больнице, о чем стало известно только сегодня. С материалами уголовного дела я не знакомилась, поскольку планировалось участие гособвинителя Кротова, принимавшего участие в суде первой инстанции и ранее в судебном заседании суда апелляционной инстанции. Выяснилось, что прокурор Кротов, который должен участвовать в заседании, заболел. В деле принимали участие 5 прокуроров, но ни один из них сегодня не явился. Государственный обвинитель попросил перенести заседание на 8 июля. С этим был не согласен Никита Белых и его 2 адвоката. Бывший губернатор рассказал, что сейчас живет в другом городе. 8 июля он должен выйти на новое рабочее место. Ваша честь, прекрасно знаете, что я живу там в другом городе сейчас физически, да, и, кстати, там по моих личных данных можно понять, что там есть прописка, там все, и то есть мне вот частые, как говорится, визиты там, вот, они достаточно сложны, поэтому мы выступаем против удовлетворения ходатайства прокуратуры, но если уважаемый суд все-таки примет решение о том, чтобы переносить, но тогда перенести не на 8, опять же, там на более осенью, да, потому что я 8 июля, честно говоря, выхожу на работу, так, то есть мне там надо появиться, там, грубо говоря, перед сотрудниками в качестве нового работника. Судебная коллегия, посовещавшись, отложила рассмотрение дела, и заседание перенесли как раз на утро 8 июля. Никиту Белых такое решение, мягко говоря, не устроило. Из зала суда бывший губернатор ушел, не уронив ни слова. Получается, что Никите Белых предстоит вернуться в Киров 8 июля на очередное рассмотрение апелляции по его делу. Предстоящему заседанию обещали уделить весь день. Надежда Алюшина, Михаил Вагин, Михаил Михеев, информационный канал «Город».